украинские силовики продолжают препятствовать работе наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сообщил во вторник РИА Новости источник в Департаменте информации и печати МИД РФ. Ранее представители СММ ОБСЕ сообщали о случаях, когда украинские силовики останавливали патрули наблюдателей для проверки документов. Как сообщалось, силовики искали среди сотрудников миссии граждан РФ. Власти России высказывали обеспокоенность подобной практикой. Как сообщили РИА Новости в МИД, очередной такой инцидент произошел 26 августа в населенном пункте Бердянское. Наблюдатели СММ окружили шестеро прибывших с территории, контролируемой Киевом, вооруженных мужчин в униформе без знаков отличия, из которых двое были в масках. Они проявили интерес к видеокамере, находящейся в автомобиле ОБСЕ, которая снимает украинские позиции, и обвинили патруль СММ в шпионаже в пользу ополчения ДНР, сообщил источник. После этого вооруженные люди заставили наблюдателей построиться перед автомобилем миссии и потребовали назвать свою национальность, а также проверили их автомобиль, а также документы и мобильные телефоны на наличие фотографий. И только после обыска патрулю СММ было разрешено покинуть место остановки и вернуться на базу ОБСЕ, добавил собеседник агентства. Власти Украины в апреле прошлого года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 6,8 тысячи человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября прошлого года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.